Долгие годы бывший парк имени Ленина находился в полуразрушенном состоянии, но уже скоро он получит новую жизнь и новое название. Сквер для влюбленных станет украшением Хосинского района. В центре будут расположены две садово-парковых скульптуры в виде сердец. По замыслу авторов, в день свадьбы новобрачные будут вешать на них замки. Здесь будет такой стиль, более-менее ближе к классическому. Значит, проект выполнен архитектором Андреем Звуковым под руководством академика архитектуры Леонида Константиновича Звукова. Выполнишь. Они задали тему такую уже более-менее, скажем, парковую, классическую архитектуру. Это будет пергол, это стеночки такие подпорные с декоративным камнем отделанные. Многие какие-то такие отдельные малостоящие архитектурные формы, вазы, там, светильники. Общественность района уже давно поднимала вопрос о судьбе парка. Всем хотелось облагородить заброшенный участок. Администрация поддержала инициативу. Теперь строители работают в три смены. Нужно успеть до конца октября. Я сам местный житель, я вырос здесь недалеко. Вот дом был здесь, сейчас старый дом. Вот я здесь бегал мальчишка. Сейчас я очень радуюсь, и все хосинцы радуются, просто сердце радуется, что идет возрождение этого замечательного парка. Назвали его «Парк влюбленных». Это очень символично и приятно. Погулять в сквере можно будет и с детьми. Площадка для них в плане есть. Гости курорта тоже с нетерпением ждут окончания работ. Я думаю, будет очень красивый сквер. Нам, как отдыхающим, очень бы понравилось здесь быть. Мы на следующий год надеемся сюда приехать. Если закончится строительство, с удовольствием будем здесь фотографироваться. С удовольствием посмотрим, как здесь свадьбы проходят. После установки всех архитектурных объектов дизайнеры приступят к созданию декоративного ландшафта. Завершить все работы планируется в ноябре. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.